Привет, сегодня у нас такой напиток энергетический, один из самых дешевых, то есть не самый дешевый это торнадо, это потом уже идет по дешевизне, это флэш. Производит его компания Балтика, по калорийности он 45 килокалорий на 100 грамм, то есть кофеина там так же, как и во всех остальных энергетиках, 30 миллиграмм на 100 миллилитров. Обычно стандартный витамин С, нацин, петрелевая кислота и витамины группы В. Сейчас посмотрим, какой он по цвету, какой по запаху. Так, открываем. Смотрим, как открывается, пенится, не пенится. Так, открылся. Пены нету, как если потрясти в коле. Так, наливаем стакан, смотрим, как он выглядит. Так, ну по цвету он желтый, похож на цвет неожиданности, когда долго терпишь. Ну, сейчас понюхаем по запаху. Да, запах у него стандартный, как у большинства энергетиков, как у адреналина, бёрна, у вот этого грузинского на Д как-то. Ну да, как большинство энергетиков. Так, попробуем на вкус. На вкус очень сильно выраженная такая карамель, жжёный сахар. Мало кислинки, слишком много сахара. Ну, как-то совсем так прямо сахарит. Но ничего, пить вообще можно. Нет, так на самом деле, ну, обычный стандартный вкус, только переслащённый. Нет, ну, не кислит, ничего. Так, сейчас у нас есть еще один человек, который тоже разбирается в энергетиках, он тоже хочет попробовать его на вкус. Говорит, никогда такие дешевые раньше не пил. Сейчас просто узнаем его мнение. Алексей, попробуйте. Но... Мерзость. Мерзость, да? Сейчас... Ну, скажи еще что-нибудь. Он очень сладкий. Вкус какой-то непонятный. То есть кола лучше, да? Кола лучше. Ну вот, поэтому. Ну ты бы стал такой покупать? Нет. Ну, на самом деле, да, если уж ну, совсем хочется пить, можно купить. Ну, то есть по вкусу он такой, ну, не очень хороший, поэтому. Поэтому, ну да, лучше его не покупать. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь палец вверх.